не хотят объявлять. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, команды. К сожалению, я задержался на 3 минуты, и меня не посадили в жюри. У нас завтра фестиваль «Мяс талантливый» стартует в этом же зале, поэтому я вас всех приглашаю на фестиваль творчества молодежи. Ну, а об этом фестивале я хочу сказать. Команда, вы большие молодцы, отлично выступаете. Вы в том году проводили в столовой фестиваль в школе, да, а сегодня вы уже вышли в дворец, в Дом культуры. Поэтому надо отдать должное и руководству школы. Давайте отдельно поаплодируем школе. Молодцы. Да, Дома культуры «Динамо», который приютили. И тут на самом деле стоит очень жаркая, в прямом смысле, погода. Ирине Михайловне отдельная благодарность. И Ане Викторовне, которая руководит этим школьным движением КВНовским. Она тоже молодец. Мы ее стараемся поддерживать, ее команду. Долго разговаривать не буду. Все, что заражено юмора, сейчас надо наградить. За участие дипломы. Все команды получают дипломы за участие. Итак, давайте еще раз поаплодируем всем, кто выйдет сейчас за дипломом. Команда КВН «Солята». Давайте выходите все. Выбегайте все. Фотографироваться, держите диплом. Молодцы, аплодисменты. Спасибо большое, вставайте на место. Вам уже диплом дали. На место, о, какая молодец. За участие в школьном фестивале КВН «Берегись, заражена юмора» команда «Кое-где вы хоть куда». Так, все выходите, друзья, поздравляю вас, молодцы. Молодцы, продолжаем награждение. Дети Инстаграм, диплом за участие. Итак, давайте делать фото на память. Команда «Бесконечный юмор». Эй, вся команда, выходите, давайте сделаем общую фотографию, держите диплом. Подарки. Давайте сфотографируемся, если не хотите. Команда «Девчата» имени Андрея Алексеевича. Диплом за участие. Команда КВН «Хлеб». Уж больно много продуктов питания в 13-й школе. Хлеб, соль, сахар. Молодцы. Грибы. Грибы, да. Молодцы. Держите диплом, подарки и фотография на память. Команда КВН «Флай». Громче аплодисменты поддерживаем команды. Команда КВН «Все просто». О, девчата, молодцы. Фото на память, не уходим. Остаемся. Спасибо. Формула позитива «Старшие». Моя школа. Делаем фото. Обязательно. Формула позитива «Младший состав».
Алёнушки Интернешнл. Алёнушка, радость моя, давай, беги за диплом. Подождем. Я помню, что у нас гран-при. Давайте вручим самый лучший актер. Владимир Яушев, пожалуйста. Номинация «Самый лучший актер фестиваля». Спасибо. Добрый вечер, уважаемые гости фестиваля. Добрый вечер, участники. Вы молодцы. Можете себе любимым поаплодировать. Все было классно. Огромное спасибо организаторам, что пригласили меня сегодня поучаствовать в этом замечательном вечере, празднике. Я впервые, кстати, в жюри в школьной лиге, так получается, никогда до этого не судил, только студенческие какие-то вещи подобные и взрослые. Но все же, долго думали, кто же этот будет самый лучший актер, мужская роль. И большим количеством голосов решили, что раз в команде актер, то пускай и будет здесь актером. И надеемся, что в будущем, а вдруг он свяжет свою судьбу с актерским мастерством. Команда «Облученные юмором». Правильно? Я назвал команду. Правильно? Виталий Лёшкин. Вот эту замечательную девушку мы тебе дали. Так, перебегу на эту сторону. Итак, лучшую актрису вручает Вячеслав Кислинский. Да, верно, все. Да, здравствуйте, всем добрый вечер. Очень рад вас видеть. Много народу, честное слово, в приятной неожиданности я оказался, когда увидел столько команд на сцене и столько народу в зале. И в жюри не хватало кого-то. Да, здравствуйте. В общем, лучшая актриса школьного фестиваля КВН 2017 года. Команда КВН «Алёнушки Интернешнл» Богданова Алёна. Давайте фото, Алёна. Алёна, пойдём фото. Назад у нас второе место. Давай. Итак, за второе место в школьном фестивале команд КВН команда «Вареники». Сделаем общее фото. Сахар, отойдите, пожалуйста. Первое место в школьном фестивале команды КВН. Команда КВН «Грибы».
Так, все. Никто не фотографирует, да? Большое спасибо. Но у нас еще один есть. Еще один кубок. И это гран-при, друзья. Это выше, чем первое место. Итак, барабанная дробь. Гран-при фестиваля. Я у мамы с Манаброй. И самое главное, это кубок. Аплодисменты, друзья. Итак, дорогие друзья, я думаю, что нужно в следующем году уже делать не только районный фестиваль, но и фестиваль команд КВН городской, не только в ДК «Динамо». Я думаю, что с первого раза четвертая школа точно успеет выйти. Ну, это те, кто помнит прошлый год. Друзья, всем большое спасибо. Давайте сделаем общее фото. Общее фото, дорогие наши участники. Общее фото, пожалуйста. Подходим ближе, ближе, ближе. Твои глаза такие чистые, как небо. Не забудь.